Продолжаем метро проходить. Сегодня я надеюсь завершу эту локацию огромную. Первую пока что. Блин, только первая локация, офигеть. Пока я отгонял вагон к Авроре, торговый караван прибыл в порт. Спартанцы уже там. Теперь нужно встретиться с Аней в порту и обсудить план захвата баржи. Игра стоит на SSD, загрузки все равно долгие, я так понимаю, просто память видеокарты медленная. Ну, относительно. Ну или даже оперативно. Но опять вообще оперативка у меня медленная, да. 1333 ГГц. Так, а чё у нас? Опять туда идти в порт? Зачем? А, караван остановился в порту. Спартанцы окружили его и готовы к захвату. Мне надо подготовиться и отправляться на встречу с отрядом. Ну, я уже подготовился, в общем-то, к этому. Так, насколько я помню, в порт... А, типа с вышки можно в порт, я понял. Это раньше я ходил по каким-то кустам, а... Артём, мы на позициях. Ждём. Оказывается, можно с вышки. Это было тупо. В смысле? Спасибо тебе, добрый человек. Я с моста шел. Отец Силантий епитемию наложил. В дом царь рыбы пойти. А меня вот эти схватили. Ну иди. Я вижу, ты из этих еретиков. Но все равно скажу. Тут на острове схрон. Прибор там. Нам нельзя, грех. А тебе пригодится. А я тут оклемаюсь чуток, да назад. Век за тебя, царю нашему, молиться буду. Может, и отмолю грехи твои. На острове. Ну это там, типа, я уже где был? Или на том, который вот тот? Неважно.
прям к цели. Едем. Вот за счет чего он притормозил в конце, вот по идее он, по-моему, должен был влететь в эту штуку. Ну, типа, я не знаю, как реальные такие штуки работают. Может быть, там есть что-то, за счет чего он тормозится. Так, кстати, надо проверить, чтобы все заряжено было. Давление в норме. Я смотрю, они никак не угомонятся. Но они респавнятся. Мне не нравится, что враги респавнятся. Арт, вижу тебя. Поднимайся ко мне на кран. На кран. Ага, вроде увидел куда. Я даже помню, как туда забираться вроде бы. Здесь можем забраться? Но я тогда в тот раз не тут забирался, а в каком-то другом месте забирался. Но возможно тут тоже можно. Это что так просто? Я здесь. Что-то FPS немножко просел. А, так ты даже тут? Пропажа ты моя. Ох, я переволновалась, пока ты в этом терминале возился. Ермак говорил, ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец. Заболталась я. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Так, ситуация такая. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но квест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин капитан. Если получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им прикажет. Охраны человек 15. Четверо у трапа на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте, готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то и монтируют. В общем, самое лучшее место, если вторя идти. Артем, в общем, мы готовы. В церкви это получилось тихо. Постарайся, чтобы и здесь прошло так же. Да чего возиться? Уложить их всех, и дело в шляпе. Прекрати базар. Артем командир, ему и решать. Эти люди нам зла не делали. Значит, 100% этим стелсом. Артем, может, ждемся темноты? Будет проще пройти охрану. Наверняка кто-то заснет. Тут в кабине можно отдохнуть пока. Да, короче, значит, 100% стелсом это. Тут можно отдохнуть? Давай ночью дождемся. Это что? Это будет сложно, скорее всего. Мы с Сэмом и идиотом возвращаемся на Аврору. Артем и князь с крестом идут на буксире к мосту. Удачи нам всем.
Так, у меня немножко тяжело с брифингами, надо прочитать. Захватить буксир нужно. Нужно выбрать тактику. Немножко не нравится, что здесь сохранения только быстрые, то есть только быстрые сохранения. Здесь нету сохраниться в другой слот. Это немножко стрёмно. Так, я не собираюсь никого убивать. Мне нужно к буксиру. Как лучше пройти, непонятно. Если я тут слезу, меня заметят. Осторожно, сзади. А что там у вас проходит вообще? Ну что, если вам этот запах город того, то причал цены взять. А вот только цикл можем сделать смотреть. Торговая здесь собралась. Я тоже там начинал. Вообще это должно быть громко. Оно же металлическое. Он разряжается, оказывается, прибор-то. Ну, пофиг, пусть даже немножко не поднимут тревогу, но... Жалко, вот нету метательных каких-нибудь дротиков. Этого мне всегда не хватает. Осторожно, вот он. Ну, в смысле, вот он. Подожди, почему? Огонь, его заметили, огонь! Не пойдет. А кто увидел? Он вроде меня даже фонариком не светили, и датчик показывал, что все нормально. Значит, датчик не гарантирует, что ли? Ну, в смысле, в жизни так и было бы, но... Я думал, в игре гарантирует, что если датчик этот... показывает, что все чисто, значит, все чисто.
найти, что ли, его? А я смогу вообще обойти? На чем он там стоит? Блин. Меня не заметят? Это тупо. А, блин, это... Я их не отличаю. Честно, я их вообще не отличаю. Это же... Тихо. Смотри, там на борт влезть можно. Давай я их отвлеку, а ты туда. Спрячься здесь и жди, пока пройдут. А чего там-то? Ну а где? Все же город большой был. Место для рыбья лучше не придумаешь. Поднимем, все к рукам прибрали. Это он отвлекает так? В этот раз до самого нижнего пойдем? Нет, километров за 20 поворачиваем. Ну и психопы. Ты про пост, что ли? Ну а про кого? Эти доблестные защитники, мать их сану. В прошлый раз там всю руку из них шутили. Так, я думаю, можно тут сохраниться. А как платить, так мы сразу вас точно. Надеюсь. Ладно, рискну. Цинк за кило хлеба пусть дают. Я скорее в Баку пойду, чем туда. Ну, там-то тоже говорят, не сахар. Там черт его знает, что творится. А? Вот он! Такой, его замер... Не заметили. Сейчас исправим. Ну, блин, а как еще-то пройти-то? Ну так вот, так что теперь они там хоть за кило хлеба пусть дают. Я скорее в Баку пойду, чем туда. Ну, там-то тоже говорят, не сахар. Или просто подождать, пока отвернется? Там, черт его знает, что творится, никто не был. Врут кто во что гораст. Но с нижним все ясно. Я вон на шкуре своей убедился. Видел шрам? То-то. Похоже, опять ничего. Слышь, у тебя табачку нету? Нету. Между баржами есть плод. Перелезь через борт. И как мне перебраться, лол? А.
опять же бал. Типа, знаешь, это звук как бы дерева. Ок, да? Так что теперь они там хоть цинк за кило хлеба пусть дают. Я скорее в боку пойду, чем туда. Ну, там-то... Ну, типа, я думаю, если ты перезапишешь звук дерева, то он так и будет звучать. Ну, звук рубки. Что-то я не понял, как мне пройти этот незамеченный. Не, ну звук похож, я не спорю, но звук-то похож, очевидно. Ну так вот. Так что теперь они там хоть цинк за кило хлеба пусть дают. Я скорее в Баку пойду, чем туда. Ну, там-то тоже говорят, не сам. Там черт его знает, что творится. Никто не был. Врут, кто во что горазд. Но с ним все ясно. Я вон на шкуре стою. Видел шрам? Че ты жмодишься? Вон же кисет висит. Между баржами есть порт. А у меня... Через порт. А парыш? Ну ты даешь. Тут же и не ловится ничего. Да, тварь, его всю рыбу выжрала. Давай дальше. И вообще, иди давай. Распугаешь мне все тут трепом своим. Только клёв начинается. Ладно, сиди. Ненормальный. Уклейку я ему распугаю. Сохранился. Задание угнать этот самый буксир. Типа буксир баржу притащил. Это торговцы. Они нам ничего плохого в целом не сделали. Поэтому убивать я их не хочу. Вообще никого, ни одного. То есть я собираюсь полностью стелсом выполнить. То есть хоть они в меня стреляют при виде, но в целом они, ну как бы, они не заслуживают смерти пока что. Ну как, долго нам еще тут ласты парить? Так Михалыч варит. Только генератор глохнет на постах. Потому что надо было в тот раз новые свечи брать, а не это барахло. Сэкономили, бля, экономисты. Да ладно тебе, барахло. Вот сколько протянули. Тем более за новый ответ еще два рожка сверху зарядили. И вообще, что ты волну гонишь? Стремно тут. Зверюга это причина. Ну, в жизни такой тренер не видел. Так. Да, то есть тут уже была одна миссия, в которой, после того, как я прошел ее стелсом, мне сказали, типа, ой, молодец, что, типа, все по-тихому сделал, прям круто. А до этого, и я, типа, загрузился, потому что выполнил стелсом, а когда
я в итоге с перестрелкой вышел, мне сказали, типа, ой, жаль, что не вышло по-тихому. И потом еще несколько раз в диалогах упоминалось, что, типа, круто, что все тихо получилось. Жить будет. Это оглашение. Не убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар! Товар возьмите! Спокойно! Свои! Барахло нас не интересует, а вот буксир другое дело! Взаймы! Если будете паиньками, сможете забрать его у моста! Все понятно? Да-да, конечно! Прикажите всем сдаться, и никто из каравана не пострадает! Быстро! Эй, кто живой там? Слушай мою команду! Оружие сложить и сопротивление не оказывать! Вот и молодца! Приятно иметь дело с умным человеком! Вали! Иди. Отлично сработал, Артём! Артём, наши все в порядке! Ты молодчина! Из-за движения в двери застреваю. Из-за того, что движется судно. Артём, князь, мы того. Приближаемся. Это, если что, же, по-моему, все еще первая локация. В которой мы остановили поезд в самом начале. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к Богу поймайся. Ну вот уже конец. Ну и вам, значит, туда. А я пока охране зубы заболтаю. Погнали! Кто первый наверху, того и тапки. Удачи! Нам типа надо тоже тут стелс. Нам надо мост опустить. То есть изначально же мы остановились, потому что мост поднят. Вот мы наконец-то спустя сколько я тут бродил. Мост сейчас будем опускать. Ну,
да, нам же ехать нужно на поезде дальше, а мост железнодорожный через реку. И, соответственно, еще ни одного этого фанатика я тоже не убил. Ни одного. Ну, хотя такая возможность была, естественно. Но я типа не хочу. Я даже одного спас от бандюков. Ну блин, они хоть и сектанты, но типа, блин, все ж мы люди. Ну, в смысле, они же не убивают людей вроде налево-направо. Ничего вообще. Семён, в отличие от бандитов. Такие подвижники, брат, не возвращаются. Да и нехристи там хуже демонов. Я предполагаю, что тут не одна концовка. Так что в этом есть смысл. На все воля Божья. Это да. На все воля его. Да не переживайте. Как тут не переживать? Очкарик-то рванулся, упокой, господи. Я вот думаю, а чего им еретикам этим надо? Чего к нам лезут? Не на демона. Да что тут думать? А чего им на той стороне? Медом намазано? Поднимать тревогу — это пофиг, в принципе. Главное — не убивать. То, что как бы тревогу они поднимут, хрен бы с ним. Если я смогу дальше, не убив, пройти, то и пусть. Возможно, стоит переиграть. Посмотрим. Блин, тут стрёмно идти. Так, сейчас я пока побегаю, я хочу понять, куда мне надо идти. Я бы загружусь. Просто куда мне вообще надо? Я пока не понимаю. Блин, а куда мне надо? Типа мне к посту надо. А как? Лол, я не понимаю. Ладно. Чё-то я пока не понял, куда мне надо. Но смысле, очевидно, что мне надо вперед к мосту. Или механизм найти. Но я чё-то не увидел. Да я боюсь, как бы автосейв... А, хотя автосейв не перезаписывает мой ручной сейв. Ну, короче, мне очень не хватает какого-нибудь транквилизаторного оружия. Или дротиков там, или чего-нибудь. Я вот в этом, в Deus Ex, помню, было такое очень клёвое. Чего вообще? Семён-то квас. Да кто
Блин, ты что ты делаешь? Это да. На всё воля его. Да не переживайте. Как тут не переживать? Очкарик-то рванулся, упокой, Господи, его душу. Хоть не на демона ходил. Ну, значит, не на демона. Я вот думаю. И еще не знаю. Чего вы думали? Это уже месяц, как никто не прощался. Да что тут думать? На ту сторону хотят. Замок можно отстрелить, но поднимет ли это шум? Но у меня с глушителем. Что? Фух, он не успел, да, поднять тревогу? Не успел крикнуть. Это лифт, а? Ну это ж лифт. Да везде. Смотри, у тебя глаза молодые. Если увидишь, сразу кричи, понял? Понял? Ничего тут не понять. Почему? Кому хорошо? А, лул. Пока. Так, ну-ка вниз его не роняет, то он не выживет. Сейф. Дьяволову! Ток электрический, проклятый подарок лукавого глупца! Чтобы те себя возомнили, будто стали превыше Господа и превогущественнее Его! Отвергаем! Истинно! Ибо в токе электрическом и соблазни сатаны, и я его! Ибо лишь только тот, кто отринет ток и атом, и машины всякие, пройдет царство Божье. Лишь того, кто тебя не заморал, пробудет бедные чертоги Господа, царь Рима. Слава Рима! И не убоимся! Прямо на костер. Понял, меня увидели? Застрельбу прокляну! Вот все, что мог. Вы, главное, не стреляйте.
Видел? А если бы мы не стелсом пошли, по-любому диалог был бы вообще другой. Мы бы вообще, наверное, убили бы его, скорее всего. То есть, это явно было бы это по-другому все. И он бы не отдал бы приказа там не стрелять и так далее. Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны, и пропустили нас с миром. А она была права. Мы вторглись в их мир, и не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Электричество — грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир мертв и идти некуда? А ведь с этой удобной ложью согласилось все метро. В Ямантау мы, по крайней мере, узнаем, была ли это ложь во благо. Ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили. Отлично. Stage one clear. Весна — это населенный пункт, что ли, или что? Интересно. А, 22 марта, в смысле, реально весна? 1000 километров. Это в районе каких городов мы? А фиг знает. Ну, Стоп, а где трасса проходит автомобильная? Где-то не тут. Она выше, по-моему. Ладно, у нас карта там есть в поезде. Там подробнее будет видно. Артём. Артём. Просыпайся. Проснулся уже? Артём, тебя полковник в рубку зовет. А я побежал. Вставай, пора. Ты у меня молодец. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. Нас ведь людей и так мало осталось. И, может, когда-нибудь мы сможем доверять незнакомцам просто... Просто потому, что они тоже люди. Нагрузила? Извини, меня сегодня что-то на философию потянуло. Ну, я так, думаю, как я и думал изначально, что никаких оккупантов реальных вообще ни в помине нету. Тем более, чем тут 20 лет делают на разрушенных землях. Старый мир погубило не электричество, а атомная энергия и прочее, химическое. Ну это вот все, что мы сделали, описывается там.
по-моему, месяц от силы прошел. Здесь прям описывается все, как прям как книга. Вот, спас хоть кого-то. Тут, то есть, это вот описано. Тоже тут капитан не был дураком, остался без боя. Команда буксира не заметила, как мы пробрались на борт. То есть тут по-любому было бы другое написано. Мы могли бы положить их всех на месте, но сумели пробраться, не пролив их крови. И Силанти понял, с кем имеет дело. Так. А тут что-то дописывается, что ли? Так, эти у нас тоже на порту, да. И крест тоже с нами. Экипаж-то пополняется. Электроборцы. Царь рыба. Как им удается так замаскироваться, чтобы их и не видно было? Это же железная дорога, они
же должны ее контролировать по всей длине, да? Или хотя бы в ключевых точках перерезать. Ну, если они нас захватили. Это же главный транспортный коридор. Может, их тут и нет вовсе. Не добрались сюда или отступили уже. Хотя куда? Ни Катя их видом не видывала, ни крест. Хотя мы и без них неплохо справляемся. А? Средневековье какое-то. Вон у Силантия люди в рабстве. Гробят их почем зря. Неужели им бы без этого вранья, без сказок его, внимание, без внимание, жертвоприношения хуже жилось? Комитет по восстановлению база ну, что? Сколько лет в подземельях сидеть, есть друг друга поедом, и даже не усомниться в том, что наверху жить нельзя?
Уж теперь, как все накрылось медным тазом, на кое оно вообще? Я-то человек простой, раз подписался, то куда вы, туда и я. Но вообще лучше бы место поприличнее найти и да пожить чуток по-людски. Хотя, может, у этих хромы там царские, мы и пристроимся где-то. Ладно, Артём, ты тут продрог, небось. Ну так беги, а я тут подышу еще по мозгу. Я удивлен, что дрезину с собой взяли. Не, ну я понимаю, что она как бы полезна, но... И еще... типа... Блин, Серёд, за 1000 километров не было ни одного поезда на путях, ни одного разрушенного там пути... Или еще там чего-то, то есть, ну, ладно. Чисто свободная дорога 1000 километров. Ну, кроме моста, вот где мы остановились. О! Заходи, Артём, присаживайся. Степан тут вечер музыки устроил. Как, Артём, тряхнем стариной? Бери гитару. Блин, прикольно сделали, офигеть. Не зря гитару взяли. С вышки. Там был квест, типа, надо было гитаристом, и бандит-гитарист был. Мы позаимствовали гитару, правда одну, я не знаю откуда две, но видимо тут была еще одна. Ладно, Кэп ждет. Спасибо, Степа. Вы, Катя, простите, но я давно спросить хотел. Отец Настин, он погиб ведь? Настя знает? Погиб. Я не хотела говорить сначала. Мол, на ярмарку уехал. 3 дня прошло, я все держалась. Думала... И вида не подаю. Сижу с иголкой, а перед глазами черно. Не вижу ничего. А она подошла и говорит: ты поплачь, мам. Тебе легче станет. А это ведь Сеня так говорил. Ну, я и заревела. Так что знает она все. А ты как думал? Простите. А с Бронником-то что? ТТшник ругался. Тебя полковник в руки ну, ждет. Ну, тут длинная история. Каракакевичит, рассказывай. Ща, подождет еще. Ну, наливай. В общем, сижу на балке, смотрю, как Артем там возится. Ну, ты трепло. Артем, считай, всю работу сделал. Ну, это понятно. Но врать все равно не мешай. Сами за мой броник спросили. Ладно, дальше давай. Ну, в общем, я вижу, Артём к двери уже подошел. Ну и думаю, надо спускаться уже. Я вниз, а оно держит. Что оно? А я знаю, темно, никого нет. А прямо пошевелиться не могу. А мостовики эти еще про царское что-то там трепали. В общем, думаю, дело пахнет керосином. И чё? Ну чё, карабин отстегнул и как рванул? Там как раз халабуда это была внизу, до крыши невысоко. А царь этот что? Ну, здоровый такой, страшный. Болт там торчал такой ржавый, вот я за него спиной броника. Хорошо, что у тебя князь, как это, гоняло есть уже. Ha 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 ha!
обстановка. Слушай, удалось связаться с Ковчагом. Спасибо, ТТшник, дешифратор подключил. Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да, да. Слышу вас хорошо. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Я еще не верю. А подумать только. Сам министр. Артем, кстати, можешь на карту глянуть. Как видишь, мы направляемся прямо в Ямантау. Катрина и Крест говорят, что пути в ту сторону в неплохом состоянии. Повезло нам. Там было много приоритетных целей. Так что можем надеяться на спокойное плавание до самого порта. По расстоянию вроде и недалеко, но от состояния пути все зависит. Так что ползти, наверное, будем долго. Ну, Ермак, так о чем мы там? Про то, что цели превыше всего. А, да. Так вот, не надо. Попривыкали. Правильная цель оправдывает средства. Да я ведь не возражаю, просто не у всех цель правильная. Вот именно. Именно поэтому. Этого шанса я, пожалуй, и ждал. Обстоятельства не складывались. Но теперь правительство, понимаете, правительство. Ну, конечно. Как-то вы несерьезно к этому относитесь. Не ожидал.
теперь у нас появится новая цель. И какая же, позвольте спросить? Неужели не понимаете? На командный центр завязаны все системы оповещения, вся разведка. Им известны все места ядерных ударов. У них есть полные карты зон заражения. Много чего. Информация правит миром. А у нас есть люди. Полное метро народу. Много подготовленных бойцов. Сложите 2 и 2. Мы ведь можем со временем заселить страну снова. Конечно, не сразу. Возможно, сначала придется ее вернуть себе. Но заниматься этим мы будем под руководством настоящего правительства. Людей, обладающих необходимыми навыками. И в конечном счете мы сможем вырваться из подземного тупика. Хорошо бы, конечно. А я вот давно хотел полюбопытствовать. Откуда вы Аймонтау знаете, Святослав Константинович? Ну, про проект Ковчег у меня информация точная. Это я вам как офицер ГРУ говорю. На объекте еще до войны служили мои товарищи, готовили планы эвакуации. Так что и посыбные, и про место я знаю по долгу службы. Так что теперь главное добраться. Ну, ничего, ничего. Правда, путь непростой будет. Ну а мы легких никогда и не выбирали. Я давно об этом думал. Центральный промышленный район. Это ведь приоритетная цель. И Кирина эти подозрения только подтвердила. Пути местами наверняка сохранились, но вот состояние, думаю, плачевное. Боюсь, без ремонта путей не обойдется. Ничего, ребята у нас крепкие. Да и объездные пути, уверен, найдутся. Как вы думаете, что могло за эти годы произойти на относительно уцелевшей территории? Да, это вопрос. Хотя, что там гадать? Скоро все узнаем. Да, узнаем. Я ждал до конца диалога, чтобы это сделать. Ну вот она, относительно уцелевшая территория. Че не так? Ну типа люди вот жили вот в том городе. И че они, куда делись? Не, если честно, реально, по такой железной дороге очень стрёмно ехать. Там, блин, вот там сейчас был сугроб. Ну, блин, если он заледеневший, то поезд может даже с такого сугроба навернуться, мне кажется. Ну, и причем, ладно, сугроб, ну, блин. Где-то рельса может просто лопнуть, еще что-то. Жесть. А они едут уже на такой скорости и вообще особо не парятся. Он даже отворачивается во время диалога. Машинист Юрмак. Ой, а это что впереди? Не загрузились текстуры? Или... А? Хрена себе. И чё? Нормально вообще, да? Неплохо. И вообще пофиг. Ну вроде не, ну я понимаю, вроде не глубоко, но блин, на такой скорости. Мне кажется, он поплыть мог. Шпал нету, жесть. Сейчас паводки. Кстати, ну мне кажется, что нереалистично, что вот там
типа, город, такие дома высокие. В такой глуши нет таких городов, мне кажется. Ну, то есть, может и есть, но редко. Ну, типа, где там станции уже большие. Блин, эта вот дорога, мне кажется, она вообще должна была полностью сойти за время, за 20 лет. То есть просто расплыться из-за паводков и всего. Ну, ладно. Полустанки, руины, пустоши, куда-то в никуда, да еще и в отдельном персональном купе. Это же, еле подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? С опозданием, правда. Но до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были. Думаешь, когда мы вернемся туда, в метро, они нам поверят? Они все. Все те, кто там живет. Кто родных там хоронит, кто крысами кормит своих детей. Да, я понимаю отца. Он искренне верит, что только так можно было сохранить цивилизацию. Но во что, как думаешь, им будет проще поверить? В то, что теперь они снова могут выйти на поверхность и жить там, как когда-то? Или в то, что все эти 20 лет они проторчали под землей зря, просто потому что так было нужно для секретности, потому что у них допуска, мать его, не было. Не знаю, не знаю, Артём. Я только знаю, что даже если мы туда когда-нибудь и вернемся, оставаться я там точно не намерен. Мой дом где-то здесь, наверху. Хотя я еще и не знаю точно где. И спасибо тебе, Тём. Что бы там отец ни говорил, спасибо, что вытащил нас наружу. Ладно, опять меня занесло. Тут вопрос в том... Все, не буду больше тебя грузить. А тут вопрос в том, уже? Это что, окажется ли... Куда они без тебя? То есть и про оккупантов эти все сказки... Если они окажутся правдой, тогда, наверное, можно оправдать то, что там 20 лет сидели.
под землей. А если это окажется все ерундой, то, ну, это жесть. Ладно, пойдемте уже на миссию. Сколько теперь на заправку водой уходить будет? Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия. Правительственному бункеру Ямантао. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас они простят тоже. И все поедут домой. В метро. От ядерного удара, да, след офигеть. Все, мы у цели.
Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Почему тут все в таком состоянии? А чего у них тут пусто так? Ни огневых точек, ни патрулей, часовых даже нет. А зачем это все? Ядерная боеголовка и та не взяла. Министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Хорошо, давно не было. Кто вы? Все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам Верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор говорит. Где правительство гнида?
Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Ах ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Мразь! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте! Я ведь тебя с того света достану! Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите отклониться. Да я вас зубами рвать буду. Всех вас под корень до войны еще надо было. Но я сейчас вас урою. Выжечь мразь эту. А теперь покушаем. Долго же они. Да, и это очень кстати.
Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой, а времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Так что придется разделиться. Сэм, бери фильтровентиляционную, генераторный зал и склады. Идиот, со мной в командный центр. Артём, на тебе казармы и медблок. Так, если патроны есть, надо брать. Зато не стелс. Дверь-то не открывается, не понял. Не понял прикола. А, типа нет электричества. Я думал, будут патроны, да? Он что, в холодильнике сидел? Thank you.
это горячее, видимо. А что мне с этим делать тогда? Ладно, пробегу. Не стоило. Я думал, смогу. Может, как-то перекрыть можно? Похоже, что я там могу что-то сделать. Это какая карта была? Лол, ты издеваешься? Да как я с картечи-то по нему не попадаю? Чё за бред?
листов, неужели? Ну лол, у меня тупо нет оружия. Охренительно. Ножи обитательные. Довольно крупный калибр. Зашибают сразу. Можно понять, как до такого дошло? Догадаться. Типа еды не было. Вот это называется приехали. Я уже думала, вряд ли найдем чего похуже, чем на Волге было. Силанти этот полоумный с фанатиками своими. Thank you.
мне. Но нет. Оказывается, есть куда расти. Там чуть не убили, а здесь и вовсе съесть собирались. А вот же мразь какая. Поразительно просто. И ведь, похоже, правда, врач был. Ну ничего. Посмотрим еще. Его-то мы точно пережили. Так что... Внизу это что? Каспий-1, центр связи. И еще в Новосибирске такой же отмечен. Опять в какой-то бункер нас потащишь? Этого не хватило? Не знаю, Аня. Решать надо всем вместе. Понимаешь? Мы бы поторопились. Идиот, все нужное забрал. Мы уходим. Секунду. Сейчас доломаем все. В темпе, в темпе. Все готово. Все время, что мне осталось провести вот с ним вот, понял? Уж больно я к нему больше ничего нету. Thank you.
Такие дела. Идиот, кретин, поверил этим сканцы, что Москва в подчинении у Ставки, что оккупация, что по законам военного времени, что в Москве полковники, а тут генералы. Как салага поверил! Сука! Ну что, я повторю свой вопрос. И что теперь делать? Может, все же вернуться в Москву? Рассказать им правду про войну, про правительство? Нас на подходе расстреляют. И даже если пробьемся, что мы сможем против Ганзы? Да и кто нам поверит, доказать-то нечем. А может, вернемся на Волгу? Там вроде жить можно. А с местными что делать? Они нам, если помните, не особо обрадовались. Убить всех? Кто-то готов на такое пойти? Артём еще в Москве мечтал найти пригодное для жизни место и основать там колонию. Ну так может, пора уже это сделать? Идея хорошая, да. Только как место найти? По всей стране мотаться? Авроре капремонт нужен. Она рано или поздно встанет. Что тогда? Спутники! Что, спутники, свалить с этой гребаной планеты? На Каспии есть центр космической связи. Несколько лет после войны он работал. А, если нам удастся получить собранные спутниками данные... То ехать наугад не придется. Данные радиационной разведки и даже просто свежие спутниковые снимки могут нам здорово помочь. Это идея. А что, если в этом центре что-нибудь похуже каннибалов? Не исключено. Но, во-первых, теперь мы будем действовать осторожно. А во-вторых, есть идеи получше? У меня нет. Ну, значит, у нас появился новый план. Ну что, Артём, поехали искать твое идеальное место. Труби отъезд. Каспий? А это где получается? 3 месяца в пути, 3 месяца испытаний. После Ямантау мы уже готовы к чему угодно. От центра связи Каспий-1 нас отделяют считанные километры. Найдется ли на хранящихся там картах безопасное от радиации место, где мы сможем наконец спокойно жить? Не знаю. Но что нам остается, кроме надежды? Пустыня дает о себе знать. Экипаж все больше страдает от жары и жажды. Да и Аврора не в лучшей форме. Уголь кончился, и ее пришлось перевести на подножный корм. Старые шпалы и хворост. Приехали. Один песок кругом. И жара. Хреново мне тут. Машина! Артём, машина! Что? Совсем плохо. Остальные пока держатся. В нормальной форме получается только вот мы. Спасибо. Аня, вы с Дамиром отправляйтесь на разведку. Надо найти этот чертов бункер и убираться отсюда. Вот только, товарищ полковник, непонятно, как потом отсюда убираться. Воды в котле осталось разве только чайку заварить.
а топлива и вовсе нет. Да, эту проблему тоже надо решать. Анна, Дамир, вторая задача – поиск воды и топлива. Сэм, поднимай бойцов, готовимся к обороне. Так точно. Скоро увидимся. Будь поосторожнее, хорошо? Артём, надо выяснить, кто эти типы на машине. По виду обычные бандиты, но рисковать нельзя. Машина шла в поселок. Похоже, у них там пункт связи. А значит, какая-то информация там должна быть. А нам сейчас все будет кстати. Когда будешь готов, выдвигайся. Крест, а твоя дрезина наш состав потянет? Привет, Артём. А где пристав? Подожди. А, он же... Обойти-то можно? Артём, иди сюда, дело есть. На разведку собираешься? Глянь, пригодится. Я тут отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Можешь сам попробовать. Там все несложно. Пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Рухляди всякой полно, надо будет прибраться. Отлично, но надо мне пополнить все, а то это жесть вообще. Летальнее у меня другое. Хотя, не, все же пусть будет. И раз так, то, в принципе, нет, оптика мне тут будет мешать. Может быть, будет полезно. Посмотрим. Я бы, конечно, снайперку не пневматическую, а нормальную. А пока нету. Потому что меня немножко задалбывает, конечно, ее подкачивать. Ничего особо не поделаешь. Да уж, приехали так приехали. У нас что, в России есть такое место? Ну, в смысле, в СССР я понимаю, что было. А, или типа мы в Казахстан приехали. Я что-то даже, если честно, не очень шарю. Ладно.
1501 километр, типа, сами уже проехали. Нехило. Большая страна. Все. На сегодня. Наверное. Я читаю на самом деле. В принципе, еще время-то фига. Но все равно. Ну, будем потихонечку играть. Всем пока.